Все больше компаний Верхнего Ложа открывают свои двери после вынужденного закрытия. Во второй этап возобновления работы попали в том числе центры оказания юридической помощи, которые уже готовы поддержать своих клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. Распространение коронавируса внесло изменения в жизни тверичан. Многие попали в сложные ситуации, которые требуют вмешательства юристов. Чаще всего проблемы возникают в сфере социального обеспечения, а также в области трудового и финансового прав. Много очень пострадало индивидуальных предпринимателей, да, соответственно, от того, что был режим самоизоляции в городе. Ну и, соответственно, это вопрос по аренде и вопрос с арендодателем, да. Это вопрос, собственно, с сотрудниками, с наемными. Очень много трудовых споров. Специалисты центра оказывают бесплатную юридическую консультацию, а в случае необходимости и платную юридическую помощь. Готовы оказать бесплатную консультацию, да, собственно, для любого гражданина Твери. Да, там это можно найти на наш сайт, записаться на прием и абсолютно бесплатно получить консультацию юриста по любому интересующему вопросу. Необходимую помощь можно получить и удаленно. Но если дело требует вашего личного присутствия, центр работает по будням с понедельника по пятницу с 10 утра до 17 часов вечера по адресу проспект Ленина, дом 35, офис 16.